Вениамин Кондратьев оценил выполнение своих поручений муниципалитетами и органами исполнительной власти на твердую четверку. Были названы муниципальные образования и краевые ведомства, где выстроена наиболее эффективная работа в этом направлении. Губернатор отметил, что большинство органов местного самоуправления поддерживают исполнительскую дисциплину на высоком уровне. В срок выполнено порядка 75% его поручений. В Анапе этот показатель свыше 82%. В министерствах и ведомствах региона исполнено более 70%. Поручений главы Кубани. Вениамин Кондратьев потребовал повысить цифры до 100%.